в эфирах, особую хочу выразить благодарность тем, кто беспокоился, где же мы. Мы здесь, все хорошо. Все хорошо заканчивается. Итак, сегодня делаем великолепное варенье, полезное для суставов, мышц, костей, крови из плода фейхоа. Но склонять я это дело буду сегодня ругаться немножко неприличными словами. Варенье получается фейхуевое. Я вам этого не говорила, вы этого не слышали. Значит, фейхуа — это плод южный. Бывает он в продаже всего один месяц. И смотрите, что он такой немножко страшненький, он как раз зреленький. Смотрите, как выглядит. Я могу фейхуа съесть в ведро. Там у нас много йода. Всяческих микроэлементов, в том числе вы режете? Железо. А для того, чтобы прокрутить. Прокрутит. Нет, прокрутит большой. Плоды некоторые очень жесткие, еще недозревшие. Нельзя найти одинаково созревшие фейхоа, потому что к нам в регион его привозят, например, абсолютно недозревшие. Им надо полежать. Но, видите, хвостики, я их уже удаляла. А эти вы в каком регионе купили? Мы не купили их. Мы их достали. Где? В южном. В самом южном регионе. Вообще они произрастают преимущественно в Абхазии. Нет. В Грузии. И в Сочи. Там, где у нас субтропики. Опять же, на помощь зовем нашего друга Витька. Ну, вы знаете, я же без него не могу жить. Это мой почти второй мужчина. А вы мне немного оставите? Вот вам ее ставим. Отобраны были плоды, которые уже вот или слишком перезревшие. Часть порезали. Взяли Витька за бока. Так, не сломаем, не успокоим. Прокрутили сначала без сахара, потом стакашку туда. Еще стакашку в пиндюр. Ну вот почти утрамбовалось, но это не до конца сделано. Фейхуевое варенье. Чем хорошо? То, что его можно не варить. Но на юге из него делают компоты. К сухофруктам, правда, он не относится, потому что они подходят. Но то, что темнеет, это выделяется железо. Поэтому там очень много железа. У кого с гемоглобином кирдык, фейхуа самое оно. Ну, в комплексе, соответственно, с остальными. Запах похож на новогодний, на елочку. Но с примесью такого, знаете ли, ананаса. Некоторые... Приятный запах. Приятный. Если бы вот духи такие делали, в пакетик вот так засунешь фейхуа. Да, да, очень приятно. И вот если были бы духи фейхуа, я бы точно бы вот их купила. А и... ты прям с фейхуева так брызгай на себя. Тут это ж не будет эссенция. Это. Как духи делаются? Духи же делаются, это эссенция у нас идет. Вытяжка. Ну, значит... А это я на трусе. Сделай из них вытяжку. Да я тебе что, Менделеев что ли до конца? Настой на спирту. Духи же все на спиртовой. Спиртовой основе. И вот сейчас последнюю порцию. Видите, какие большие, крупные. Прикольные. О, особи.
Я бы вот, говорю, около ведра бы села бы и сидела бы и ела. Меня да вообще она не обманывает вообще. Но она не ест их. Я единственный, кто... Конечно! Че бы я каждый год бы за ним моталась? Ради тебя, что ли, одного? А вы специально за ним ездили? Нет, я когда вижу, говорю, надо обязательно вот... Вот представьте, вот так... Пропадает жена, и нету и четверо суток. Оказывается, захотелось фейхуя. Да, уехала и говорит, ой, где ж фейхуа-то? Хочу фейхуа. Пошла на границу с Абхазией. Достала фейхуа там по дешевке. Не знаю, как у вас в регионе, у нас стоимость начинается от 270 рублей. И заканчивается 150. Точную пропорцию, сколько надо класть, я вам не скажу, потому что я люблю покислее. Сахара много набуздыришь? Потеплее. Покислее. Потеплее. Все, готово. Кусочек. Через сутки можно это вкушать, когда сахар сберет в себя весь. И хуёвый, извиняюсь, аромат настоится. Но учтите, чуть-чуть потемнеет, не бойтесь того, что оно потемнеет. На вид может казаться, ой, какой кошмар. Кто-то может это дело заморозить, и потом в течение зимы, особенно когда болеете, когда ослабленный организм, там все иммунитеты никуда, достали, разморозили, скушали. Хранится это дело в холодильнике. В течение какого угодно вам времени, потому что тут кислоты много, сахара немного. Может забродить, если на верхней полке, поэтому на нижнюю полочку положили. Но чем быстрее скушаете, тем полезнее будет. И до зимы забыли. Так когда это, что это я забывал-то до зимы? Нет, вообще, то есть это же, ну, в качестве лекарства. Нет, это хорошо с чайком, вот чайку себе налили. И вот эту вот массу поели. Ой, вот я уже в предвкушении вся. До завтрашнего дня не доживу, наверное. Я это еще сейчас прокручу, чтобы помельче было. Вот посмотрите, как получается. Как будто яблочко, а запах офигительный вообще. Как будто клубника с ананасом, киви и еще какая-то зелень, типа тархуна. Как так получается? Еще есть такая похожая ягода мушмула, она растет в июле, только вызревает. Но до нас она вообще не доходит. Вот это отдельная песня. Мне не нравится. Ну, это вам не нравится. Нравится, не нравится, кущи мои, красавица. Угу. Ну, вкусно, действительно. Говорят, компоты обалденные, но мне очень жалко это дело на компоты использовать. А вот фейхуа варенья, мне очень нравится. Качество варенья очень, очень хорошо идет. Так что, пока еще продают, бегите на рынок, закупайте себе витамины с микроэлементами. Делайте вот такое пихуевое варенье. Опять же, извиняюсь, 18+ поставлено ограничение. Ну, потому что не склоняется. Можно сказать варенье из фейхоа. Делайте себе варенечко. И вместе со сладким чайком по утрам или по вечерам наслаждайтесь дарами природы Южного края. Чумаки-чумаки, лобишеки. С вами была Глафира Абрамовна, которой плохого не посоветовал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Всем пока. До свидания.